Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 30 июня, и вот прямо, знаете, такая вот температура на улице хорошая. Сразу же вспоминаются жаркие страны и такой город Рио-де-Жанейро. Там все ходят поголовно в белых штанах и танцуют постоянно. Но на самом деле уже вовсю учат речевки спортивные. Почему? Потому что очень скоро в Рио-де-Жанейро начнутся 31-е Олимпийские игры. И белорусские спортсмены уже, между прочим, также готовятся весьма активно, я так понимаю, тоже самбо разучиваю для того, чтобы на дискотеках танцевать. Но в первую очередь это, конечно же, результаты спортивные, которых мы от них ждем. Чем занимаются спортсмены сейчас? Как готовиться? Что уже успели припасти, скажем так, перед отправкой на 31-е Олимпийские игры? Узнаем у наших гостей. Итак, встречайте, у нас в гостях Замечательные и очень красивые сегодня девушки. Итак, советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Анастасия Маринина. Доброе утро. И участница предстоящих игр в Рио-де-Жанейро, велогонщица, чемпионка мира, обладательница золотой медали на первых европейских играх в Баку Елена Амелюсик. Доброе утро. Доброе утро. Я вот не знаю, чем я больше рад, что вы спортсменки или что вы такие красивые. У нас на самом деле белорусские, ну просто краса нации. Вот красивые, девушки, а еще и спортсменки, представляешь, это же двойное счастье. Мы очень рады, что вы к нам заглянули, и вы такие улыбчивые, я уверена, у наших телезрителей настроение сейчас просто зашкаливает. Анастасия, кто будет представлять в Рио-де-Жанейро нашу страну? Сейчас формируется сборная. Уже 134 спортсмена в 25 видах выполнили олимпийские лицензии. На самом деле осталось совсем чуть-чуть. Мы ожидаем еще лицензии от легкоатлетов. В плавании одна лицензия. И, конечно, вся надежда, что все-таки Международная федерация тенниса допустит в паре выступать Максима Мирного. В чем там проблема? У самого Максима это уже допуск к Олимпиаде есть, но у его напарника, к сожалению, такого допуска нету, поэтому нужно специальное решение Международной федерации тенниса, чтобы допустить Максима Мирного, его напарника, соревноваться в парном мужском разряде. Но вообще претенденты были такие уже, то есть или это? Это так называемая wild карта, такая как бы белая дикая карта, она есть во всех видах спорта и она дается за заслуги. Например, если спортсмен многократный олимпийский чемпион, но не выполнил норматив. Наш Максим Мирный, мало того, что олимпийский чемпион, он еще посол доброй воли, он принимает активное участие во многих международных благотворительных проектах, поэтому, конечно, хотелось бы, и Максим достоин того, чтобы выступить на этих Олимпийских играх. Но сейчас 135 пока, а вообще сколько, если при хорошем исходе событий, сколько планируете спортсменов увести? Изначально планировалось 140-150 лицензий, но президент поставил задачу такую, что на Олимпиаде туристов быть не должно. Должны ехать только те, кто хочет и может бороться за медали. У нас, например, возникла такая ситуация в конном спорте, да, где вроде бы есть лицензия, да, но за последнее время не было достаточно солидных результатов, чтобы достойно выступать на Олимпиаде. И лошадь, на которой был показан этот результат, это 19-летний Редфорд, что по меркам человека 60 лет. То есть тоже есть вопрос, допустят ли такую лошадь. Это достаточно долгая транспортировка. И насколько опасно для животного такой перелет. Поэтому здесь все федерации взвешивают за и против. Легкая атлетика уже выполнила около 40 лицензий. Да, но надо учитывать тот факт, что, например, в метаниях это выполнили по 5-6 человек в виде, но могут соревноваться только 3. И тут уже задача перед тренерским штабом и федерацией сложная. Надо отобрать именно самых лучших, тех, у кого нету травм. Это сложно. Кто здоров, кто настроен психологически бороться за медаль. Берется также возрастному спортсмену, дать ли ему возможность реализовать себя, либо как дать опытному, молодому больше опыта, чтобы подготовиться уже к Олимпиаде. История же знает случаи, когда вот вроде бы никто на человека не рассчитывал, никто от него ничего не ждал, раз и олимпийский чемпион. Ведь бывает и такое, на самом деле. Это такое дело случая какого-то еще, может быть, удачи, везения, не знаю. Кстати, вот важный вопрос. Какие еще напутствия вы получили от главы государства, раз уж затронули эту тему? Ну, конечно, самое главное напутствие – это бороться за медали. Потому что все, конечно, понимают, что каждый спортсмен, который едет на Олимпийские игры, ставит перед собой самую высокую цель. И тут, как отметил Александр Григорьевич Лукашенко, задача каждого тренера – настроить спортсмена на максимальный результат.
Спортсмен не должен приехать для того, чтобы увидеть Рио. Ну, по сути дела, во время соревнований ему это и не удастся сделать. Он должен быть нацелен на результат. Почему? Потому что были затрачены достаточно серьезные государственные средства. В этот раз, на эту Олимпиаду, ни один спортсмен, ни одна федерация, ни один тренер не пожаловался, что что-то было не сделано, потому что было тройное финансирование со стороны НОКа, Минспорта, со стороны федерации, то есть помогали во всем, организовывать сборы, закупать какое-то оборудование, кому надо, приглашали даже зарубежных специалистов в случае необходимости и оплачивали им вот этот дополнительный труд. Ну и вправе, конечно, все болельщики, потому что, естественно, это в первую очередь радость для болельщиков. Вы помните, да, когда Даша Домрачева выигрывала одну за одной медали, на улицу выходили все люди, это было единение нации, потому что все радовались, потому что знали, что поднимается флаг Республики Беларусь, что мы гордимся своей страной, мы гордимся о том, что знают по Беларуси, а Беларуси то, что не по каким-то там плохим вещам, да, как вот бывает, мы видим, войны в мире происходят, да, каждый день теракты какие-то, а потому что мы здоровая, сильная, крепкая и дружная самая нация. Не финансирование спорт, тут, а тут вопрос престижа. Спорт объединяет. Вот подтверждение сборной Исландии по футболу, да, она же едина со своим народом. Я так полагаю, что белорусы как раз-таки тоже всех своих спортсменов поддерживают. Но давайте вот к спортсменам вернемся. Все полетят в Рио-де-Жанейро, а некоторые поедут на велосипедах, я так понимаю. Елена, вы своего вот коня железного оставляете дома или берете с собой или на нем поедете в путь? Я, конечно же, возьму с собой своего коня и ни одного. У меня будет их с собой 4. Вот. Да, 2 тренировочных и 2 гоночных. То есть, потому что я поеду индивидуальную гонку, групповую гонку. Это 2 разных велосипеда, поэтому у меня будет 4 коня. Ну, поеду я на них попозже сначала и полечу вместе с ними. И сразу по прилету из аэропорта на железного коня и вперед, потому что Анастасия сказала, что времени, чтобы увидеть город или на какие-то другие дела, действительно просто не будет. Вас настроили уже на это? Как вы? Нас настроили, мы сами настроены, и как бы в принципе я думаю, что все спортсмены, которые едут в Рио, все настроены на то, что не смотреть прелести Копа-Габаны, пляжа, а заниматься своим делом, настраиваться на гонки, на результаты, на соревнования. Кстати, вот. А сколько на адаптацию времени отведено? На акклиматизацию? У каждого на акклиматизацию уже отведено разное время. То есть я полечу туда где-то за 10 дней до старта, за 9. Вот, у меня будет время посмотреть трассы, посмотреть климат, привыкнуть. Кто-то полетит за 2 дня до старта, чтобы не попасть в эту яму акклиматизации. То есть у каждого свои какие-то предпочтения. Да, предпочтения, и каждый это решает уже со своим тренером. Лена, а вы по жизни с велосипедом дружны, или это просто рабочий такой момент, когда вот я пришел на работу, катаюсь, а после работы там исключительно машина, либо пешком, или вы все-таки постоянно на велосипеде? И у всех обычных людей все наоборот, заметьте. Пришел на работу, работаю, а потом, чтобы отдыхать, садишься на велосипед и куда-нибудь. Ой, я со своим велосипедом очень дружна, он у меня со мной везде. И дома у меня тоже есть сити-байк, на котором я езжу в магазин за покупками, с корзинкой, корзинка с цветочками. Вот, в принципе, я всегда на велосипеде, всегда на коне. Ну, давайте на другую тему поговорим, более серьезную. Сейчас во всем мире нередки допинг-скандалы. Мы все время включаем какой-нибудь телеканал российский особенный, и все смотрим, слушаем что-то все новое, новое, новое. И, насколько мы знаем, во избежание каких-то недоразумений даже выпущены для спортсменов некие памятки, где написано что да как, что можно, что нельзя, да? На самом деле борьба с допингом, она ведется достаточно серьезно. И это одна из тех позиций, которую занимает олимпийский чемпион Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета. И проблема не в том, да, что раньше, например, употребляли меньше допинга, чем употребляют сейчас. Просто методы выявления допинга совершенствуются. Те вещества, которые еще 8 лет, там, 10 назад не находили, сейчас уже находятся. Почему сейчас идет вскрытие допинг-промб Олимпиады 2008-го, 12-го, 14-го годов, потому что технологии совершенствуются. И здесь очень важна пропагандистская вот эта борьба. И НОК совместно с Минспортом ведут как бы четкую взаимоотношение, четкую работу с Национальным антидопинговым агентством. Накануне, еще за год по подготовке к Олимпийским играм, со всеми тренерами, с врачами национальных команд проводили специальные семинары. Мы даже в НОКе организовывали большой международный семинар, где приглашали международных специалистов, чтобы рассказать о тех опасностях, которые есть. Потому что часто
Вот с чем сталкиваемся, спортсмены, приезжая куда-нибудь на Украину, в Россию, ну, неважно, в Литву, Латвию, покупают биологические добавки. Заходят в магазин, видят биологическая добавка, там повышает она иммунитет. Они ее покупают, и очень часто на этой коробочке не написано, что есть там, вот, например, конкретно в этом препарате содержится. И вот Алена, например, знает, что она такого делать не будет, никогда незнакомое вещество не купит и будет советоваться с врачом. И вот задача донести до молодых спортсменов, что надо именно поступать так, как поступают профессионалы. Все, что ты ешь, пьешь, да, все, оно должно находиться под контролем. В частности, вот, например, у спортсменов есть золотое правило. Вот если, находясь на Олимпиаде, на любых международных соревнованиях, стоят вот бутылочки с водой, да, взяв один раз, попив бутылочку, закрутив и оставив, профессиональный спортсмен, никогда вновь, там, отойдя от этой бутылочки там, на пару шагов и отвернувшись, никогда вновь ее не возьмет. Он возьмет новую из холодильника. Поэтому очень часто на соревнованиях такое, да, удивление у болельщиков. Почему лежат вот эти вот все бутылки? Почему спортсмен? Ну, один раз отпил можно, но никто не знает, что делали с этой бутылочкой в тот момент, когда ты отвернулся. Потому что мы видим, что спорт, он перешел на самом деле уже из другой плоскости. Да? Как сказал президент, это уже не борьба, это настоящая война на спортивных площадках. Да. Зачастую начинают использовать как политический такой аргумент. Поэтому наша задача, президент отметил, что если мы выйдем на тот уровень, когда во всем мире не будет употребляться допинга, то мы будем одной из самых сильных стран в спорте. Почему? Потому что, ну, физиологически белорусы – это спортивная страна. У нас очень хорошие спортивные традиции. И мы можем бороться за медали на любых соревнованиях при условиях честной борьбы. Такие костюмы шикарные, модные такие, стильные. Стильно, да. Модно, молодежно. На самом деле Олимпиада – это тоже своеобразный смотр. Да? Невозможно приехать как бы в повседневной одежде. Всегда смотрят, какая страна лучше, какая страна моднее. Есть даже определенный рейтинг моделей. Почему именно вот к разработке Олимпиады в Рио привлекались лучшие специалисты? И вот некоторые говорят, что «Ой, почему в пиджаках? Вы же едете в Рио-де-Жанейро, там же жарко». Но на самом деле это климатическая зима, и уже пришло предупреждение, что во время Олимпиады, во время церемонии открытия, будьте внимательны, температура воздуха будет составлять около 16 градусов. Поэтому все одеты не в короткие маечки, а в пиджаки. Почему? Это тоже забота о спортсменах. Да? А вообще наша красиво, задача интересно, их не простудить. Когда всегда в спортивном костюме, ну, так сказать, в свободной форме, а тут пиджачок. Это всегда церемония открытия, а уже соревноваться будут спортсмены и выходить на медальные церемонии, естественно, в спортивных костюмах. Супер красиво, это удобно и комфортно. И я просто хочу выразить большую благодарность тем ребятам, тем людям из нашего Олимпийского комитета, кто работал, разрабатывал дизайн. И вообще у нас тут все по новым технологиям, все бесшовное, все супер. Анастасия, вот у нас еще тут такой улыбчивый товарищ сидит. Третий целый гость. Разговор, третий гость. Мы на него даже сразу не обратили внимания, ведь он такой важный. Да, его зовут Винисиус, он талисман предстоящих Олимпийских игр. Каждая Олимпиада имеет свой талисман. И началось это с 1972 года, когда впервые собачка Такса вот стала талисманом Олимпиады. Он уже приехал к нам из Рио. Вот все девочки любят тискать котиков. То ли кот, да. То ли какой-то покемон. Это на самом деле смесь всех животных и птиц, которые есть в Бразилии. Он сочетает все цвета, все основные повадки их. Вот, то есть то ли птица, то ли животное. Некоторые называют, дикие что обезьянка, да, да. Что это какой-то леопард. Вот, то есть это смешение всего, что есть в Рио. Вот. Но мы надеемся, что он станет, конечно, принесет удачу тоже белорусской команде, подружится с нами. А мы верим. Мы не просто надеемся, мы искренне верим. Ну, это же красиво. Мы желаем искренне всего самого лучшего, вот самых высоких результатов. Спасибо большое, болейте за команду, будьте разом, за Олимпийской командой Беларуси. Обязательно, мы всегда разом. А я напомню, дорогие друзья, что нашими гостями в студии сегодня были советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Анастасия Маринина и участница предстоящих игр в Рио-де-Жанейро, велогонщица, чемпионка мира, обладательница золотой медали на первых европейских играх в Баку Елена Амелюсик. Спасибо большое, хорошего вам дня. Мы будем ждать результатов здесь, в студии. Хорошего настроения, болеть за вас, конечно же. Друзья, а вы, пожалуйста, прямо сейчас смотрите новости 24 часа, не переключайтесь.